товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской Рабочей Крестьянской Республике за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов и дала себе пример для всех народов Земли. Капиталисты Англии, Франции, Америки помогают действовать военным и партнерам. Этому не бывать. Красная армия схватилась, поднялась, разнала помещичьи войска и голубоглазых офицеров, от Лоуна.